В Кумтаркалинской центральной районной больнице не хватает квалифицированных кадров. Медучреждение сдали год назад. Оно состоит из трех корпусов. Это стационар на 40 коек, инфекционное отделение и поликлиника. Для обследования, лечения и проживания больных созданы хорошие условия. Медицинский коллектив состоит из 58 врачей и 124 медсестер. Однако клиника все равно остро нуждается в профессионалах. Ведь больница обслуживает 8 населенных пунктов, где проживает больше 27 тысяч человек.